Кто первым в киноистории снял фильм-биографию, байопик, покопавшись в архивах, сказать можно. Но кто бы ни был этот режиссер, он лишь перенес в кино общую культурную тенденцию. Истории чужих жизней, особенно великих жизней, стали любопытны людям задолго до появления кинематографа. Любому маломальски культурному человеку в этой стране известно, кто такой Савва Морозов. Может быть, не совсем известны какие-то детали этой судьбы и вообще истории, связанных с этим человеком, но во всяком случае, в настоящее время вообще как бы достаточно модный персонаж в свете, так сказать, нашей такой проблемной жизни олигархов в нашей стране. Собственно, Савва Морозов был ими поднят на щит, как меценат, как такой прогрессивный промышленник. Поэтому о нем знают многие. И, конечно, знал и я, поскольку работал в художественном театре, который, собственно, построил своими руками этот человек. Я играю Красина. Это сложная фигура, загадочная фигура. Если в революцию, как они говорили, были люди, теоретики, типа Ленина, Троцкого, то были серые кардиналы, бомбовики, в частности Красин. Это одна из гипотез, поскольку фигура была абсолютно такая мистическая, засекреченная. Считается, одна из версий, что Красин причастен напрямую к убийству Саввы Морозова. Он стал отказываться помогать большевикам. Он говорил, и это исторический факт, что на кровь я денег не даю. Конечно, это история человека, который переживает в конце личную трагедию. Его представления, его идеалы, они не выдерживают столкновения с реальной жизнью. Дипломированный историк Олег Сафаралиев и его подопечные стремятся к максимальной достоверности в работе. Доподлинно известных фактов в биографии Саввы Морозова явно не хватает, чтобы показать его судьбу. Многочисленные трактовки тех событий помогают лишь обрисовать картину. У него любовь не с женой, а с другой. Вот, поэтому, да, такой кошмар случился в кризисе среднего возраста у Саввы Морозова. Но, опять-таки, это как бы домыслы, да, потому что человек, он был умный, богатый, независимый и совершенно потрясающий. Словом, в телевизионном фильме «Савва Морозов» будут отображены разные взгляды на эту историческую личность. Фильм ждут, это факт. Так что критики будут особенно придирчивы. И эта придирчивость не тенденция, это уже аксиома.